В минувшее воскресенье пожарно-спасательная часть номер 4 аулака Шихабль отметила годовщину со дня образования. В честь данного события было организовано торжественное мероприятие, на котором присутствовали первый заместитель главы района Руслан Емыков, начальник главного управления МЧС России по Республике Адыгея Станислав Илющенко и весь личный состав пожарно-спасательной части. Слово для приветствия и поздравления было предоставлено первому заместителю главы района. Искренне от всей души, от имени главы Республики Адыгея Мурата Карбиевича Кумпилова, от имени главы Кашхабльского района Зура Хамирзова, я хочу поздравить вас с вашим профессиональным юбилеем. Я это делаю с огромным удовольствием лично, потому что многих из вас здесь присутствующих знаю лично. Практически всех, наверное, я видел в деле, выезжая на все дорожно-транспортные происшествия, на все пожары. Еще раз говорю, делаю с огромным удовольствием, потому что знаю, что вы на самом деле от чистого сердца настоящие мужчины своей суровой профессии. Очень искренне хочу выразить свою благодарность, пожелать вам как можно меньше мероприятий, в которых необходимо проявлять свое профессиональное мастерство, пусть это будет только на праздниках и учениях. Счастья, здоровья вашим семьям, вашим родным, мирного неба нам над головой. Далее состоялась приятная церемония. За многолетний добросовестный труд и в связи с годовщиной со дня образования 4-й пожарно-спасательной части благодарственными письмами главы района были награждены Александр Семенов, заместитель начальника, Руслан Хаконов, начальник караула, Аслан Мамишев, начальник караула 4-й пожарно-спасательной части и водитель Юрий Подосинов. С таким значимым событием личный состав поздравил начальник главного управления МЧС России по Республике Адыгея Станислав Илющенко. Коллеги, добрый день. Сегодня воскресный день. Мы все в строю, как всегда. Теплый, хороший день. Ни один праздник сегодня объединен у нас. Сегодня 50 лет пожарно-спасательной части. Но также, если пойти, начиная от пожарной охраны, сегодня у нас отмечается День Советской пожарной охраны. В 1918 году Владимир Ильич Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров, да, государственной поддержки по борьбе с огнем. Это легло в становление на пожарной охраны. Много было решений принято. И у вас именно связан с этим днем День части. Ваш, я искренне вас поздравляю. Желаю крепкого здоровья, желаю всем. Желаю благополучия, удачи, чтобы вы всегда приходили на службу и всегда возвращались домой. Чтобы вы как можно меньше использовали нашу пожарно-спасательную технику по прямому предназначению. И в целом у нас сегодня день такой, который еще совпадает и у православных праздник Верное Воскресенье продолжается, пост, и у мусульман продолжается ураза, поэтому я всех поздравляю с этими такими большими теплыми днями. Искренне желаю всего только самого наилучшего, добрых и благих дел. Для доведения приказа о поощрении личного состава пожарно-спасательной части номер 4 слово предоставляется начальнику первого пожарно-спасательного отряда, полковнику внутренней службы Слепову Дмитрию Викторовичу. Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий бедствий за добросовестное исполнение должностных обязанностей в честь 30-летия образования МЧС России награждается медалью Гаврик Андрей Петрович. Приказом Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Адыгея награждается за добросовестное выполнение должностных обязанностей в честь празднования Дня образования пожарно-спасательной части номер 4 Джимахов Мухаммед Нурбеевич, командир отделения 4-й пожарно-спасательной части. Волгин Сергей Владимирович, начальник караула 4-й пожарно-спасательной части. Кукетлев Сафарби Амирбиевич, командир отделения 4-й пожарно-спасательной части. Кашоков Руслан Едыгович, командир отделения 4-й пожарно-спасательной части.
начальник главного управления, полковник Станислав Викторович Илющенко. В настоящее время 4-я пожарно-спасательная часть является структурным подразделением 1-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Адыгея. Под руководством лейтенанта внутренней службы Ислама Инамукова трудится 25 человек. Со дня образования пожарной части и по сегодняшний день пожарные добросовестно выполняют задачи по профилактике и тушению пожаров. Тем, кто стойко охраняет покой жителей, приходит на выручку, спасает и всегда находится рядом в трудную минуту, пожелаем сухих рукавов, больше счастливых и теплых минут с семьями и всегда успевать на помощь тем, кто в ней нуждается.